Четвертый сезон Хонтур представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на тур Хонгарена.ру. Так, и всем здравствуйте, это Хонтур, четвертый сезон, второй цикл, и у нас вторая игра команды Кэтс против команды Мека. В первой игре у нас одержала победу команда Кэтс, 1-0 пока что счет. И со мной сегодня в Сокасте будет на эту игру, я думаю, точно, Александр Моржик. Да. Вот так вот, первую игру вам никто не стримил, возможно, после всех сегодняшних игр это буду я, возможно, не буду. Там узнаете. По банчикам можно посмотреть. На первой стадии банов у нас от команды Кэс были забанены Бегемот и Ревенант. От команды Мека, Паразит и Офелия. И по третьему пику уже завершают обе команды. Для Кэсов это уже Магмус, Алуна и Мидас. Для Меки же пока что Рапсодия, Мойра и Призонер. Поставят они даблу в мид против Мидас. По ходу дела. Ну вот сейчас главное Меки такой ошибку не совершить, как не взять инициатора. Потому что в команде Кэтс их целых можно считать два. Ну то есть станов у них в принципе три. В перспективе. Не, ну почему? Алун тоже нормальный. Ну да, я же говорю три. В перспективе стана. Поэтому... А у Меки как бы сейчас ничего не густо особо. Насчет этого им после 20 минуты, скажем, будет тяжело, когда уже у кэтсов будут появляться итемы. По процентам, кстати, голосование у нас на команду кэтс поставило 50%, а на команду мека 36%. И оставшиеся 14% на ничью. Все больше и больше народу верит в ничью. Да. Странный бан Мэдмена. Хотят, может, какого-то пассивного этого керри взять. Они, скорее всего, просто... Хотя Мэдман и Дарк Леди такие два не очень связаны. Вот я о том же. Я сначала думал, то, что они будут типа скользких суицидеров или соло-лейнеров банить, да, против которых там типа, тяжело их убить. А тут как бы Мэдман, ТДЛ и Репульсор. Нет, но скорее все равно Дарк Леди как бы Магмуса легко. Скорее всего, это Магмус суицид будет у кэтсов. Ну да, да, да. А на топе будет у Меки, скорее всего, по лайнам 2-2-1 прослеживается. То есть они и убрали Дарк Леди, думаю, чтобы не убивался по КД. И Репульсер, в принципе, сильный кит. Будет Кланкс. Кланкс. У Кэтсов. У Кэтсов, да. На пятом возьмут, если останется. Мне интересно, будет ли попытка короночки натрененной в виде Трэмбла от Спидмана. Ну, про натрененной я не могу ничего сказать. Но очень много играл. Ну, да, играл много. Тренил. Ну, да. Так, ну и последний бан у нас от команды Меки сейчас, поэтому можно начать озвучивать. Команда Кэтс у нас забанила на второй стадии банов Мэдмана, Дарк Леди и Репульсера. А команда Мека, в свою очередь, забанила Эмпаску, Силуэт и Папет Мастера. Много керри у нас прошлось. Не понимаю, зачем забанить было Эмпатку? Боялись манапа? Ну, там уже Алуна есть. Манапить не по кайфу, а если только еще добирать свифта и импатку. Ну, как-то не, ну типа сети. Банить одну импаску, с учетом того, что остается много саппортов, таких как тот же Близ, на котором Гена очень любит Глациусы. Ну, как бы он себе уже взял. Себе уже Алуна будет, да, скорее всего. И вот Лесничок Солстис у нас четвертым пиком для кэтсов. Бариан на нем будет играть. Читаем и Солстис. Да. Шиллоблейда Мека показывает. И Трэмбла, Trust Me. Доверятся ли ему? Тампир, Кланкс. Опа. Нет, это ошибка. Слишком много инициации у котов. А вот что Меке взять пятым, с учетом того, что им остался суицидер? Геомансер. А, Геомансер свободен. В
принципе. Ну, Вот Стоун есть еще такой герой, но типа он так себе. Траст мне еще играет на Кракене. Кракен тоже не сказал бы, что сильно что-то. А вот в зависимости от того, что сейчас пикнут Кэтсы. Но Не, в том плане, что самом... Алуна, если в изилайне уже как саппорте, то я Кракена думаю, она без проблем. Какой-нибудь Дампир. Дампир. Сандрейс. Сандрейс, да. Даже Свифт. Даже Свифт. Блин, ну Кланкс тут, ну вообще, ну это просто, он под часами солтится, Мэйджи он будет сразу падать. Матч Бен не заходит. Хронос. Кронос, вот так. Нормально. Ну, кстати, Хронос... Ну, Сандрейс, да. Ожидаемо. Сандрейс. Ну, и это от Кэтсов Магмус Харда, Меда Смит, Дабл Изи в виде Алуны и Сандрейс и Солстис свой лес. По стандартику жадненько. В свою часть. Дедвуд для команды Мека заходит пятым пиком, и это суицид Дедвуд. Ну, кстати, Дедвуд неплох, а в том плане то, что он когда получит шестой, он с иллюзией Мойры хорошо так гангабелен. Ну, пик я свое предпочтение все же к этому отдаю. Да, тоже. Единственное, что Сандрейс так под сомнение ставит. Не, типа он сильный Кири, но... Ну, я что-то побаиваюсь за него. Ну, мне кажется, он все же лучше, чем Дампир сюда вписывается. Да? Дампир все же такой... Сноубол. Залетел, его там могут оставить. Дедвуд станы, типа, ну, водоворот. С Дедвудом бы его там точно оставили. С Андрейсом еще как-то с ульты дискоординируешь. Немножко. Ну, вот, кстати, Дедвуд, да, вот с таким вот сапогом. Зейн на нем катал тут недавно. Против БМЖ он Фузина, Алуну вот, отпинал. Вот. Зейн вообще топ-суицидер, наверное. Топ-герой, топ-игрок, так точно. В этой игре. Поэтому. Ну, Дедвуд сильно может отстоять. То есть с Андрейсом вначале ничего не сделает, то есть Алуне не поможет. Регена мало. Реген, ну, запуленная красненькая, да. На миде красиво на призонер Альтаватор. Нравится. А мне нет, если честно. Ну, такой своеобразный, мне нравится его гири и крылья. Это первый аватар, который с двумя руками. На призонера. А, кстати, да. Мне крылья вот единственное нравится, такие сцеплены, красивые что-то. Ну, а цвет тоже так себе. Зелененький такой. Болевотненький. Подзапулили его, кстати, обрати внимание, чтобы у него хватало на прокат. Интересно, что Рапсодия в дабл мид взяла себе два монопота. Да. Очень интересно. Мне непонятно. Один ты редко требуешь. Да. То есть, если ты хочешь уже там совсем монопот купить, ну, один, ну, это просто ну, предел. Может, она, типа, это еще больше для призонера? Ну, это что у них сейчас? Ну, один бы тогда ему дала, а себе не надо. Оп. Да, тут прошел к крипам. И вот сейчас главное ему не бояться и под пачкой там подставляться. А Луну куда-нибудь. Ой, запушат. А, нет, одинаково будет. Не, не запушат, но и сам он очень сильно проседает. На топе тем временем въехали в Магмуса, он подкапывает Мойру и, скорее всего, уходит. Хотя есть отличное замедление Кланкса, бочка, и это ФБ для Кланкса. Вроде что ФБ для Кланкса есть. Шило на фидил. Ой. Такой нередкий, нечастый фактор, то есть, да. Не знаю, что ты его не убиваешь. Ну, нечастый. Ой, Алонка палкой на боте промазала под Дедвуд. Что? А что Дедвуд красный не пил сейчас, пока был кулдаун палки? Вот, вот это непонятно. Деревьями, может, думал отъезд. Ой, на миде хукнули Мидаса, есть гирька. Есть стакаты и должны убивать. Ой. Отлично. Фига, а как хватило урона? А, ну, типа танцпол добил там 10 хп последний. Корни есть на боте, по Алуне попадает и, скорее всего, идет, да. Хотя есть палка. Леденец. Типа, нет, видимо... А, ну, скорее всего, если бы кинул бы, убил бы сразу. Видимо, прогретый был Мидас, когда его хукнули. Его хукнули на 70% где-то.
А, ну тогда норм. Да, на самом деле, Рапсодия, я думал, стакату вторую подождет немножко, пока гиря закончится, чтобы прервать блинк Мидасу, а она сразу дала. То есть они его точно там собирали, без шансов. На миде какие-то телодвижения, а дадут в инвизе. Ну так-то можно вообще сейчас легко. Ну типа да. Можно Рапсодия просто такая выйдет, со стакаты начнет, хук, корни. Нет, лучше, мне кажется... Ну Дедвуд никак не начнет. Не-не-не, ну не хук, а корни. А потом хук. Ну лучше хук, мне кажется... Нет, ну да, наверное, лучше после стакаты корни. Фига, есть корни... Они вчетвером тут вообще. А и это... он корни просто сверху кинул рандомно. А чё за идиотизм? Может там кончался инвиз, я не знаю. Нет, еще не, вроде не секунд 15. Ну, минимум 15 секунд. Он же то есть он даже не подходил в сторону мида, он думал, здесь контрвард какой. Угу. Хотя, с чего ему тут быть? Ну, ладно, если там против тебя рептайд бы был, у тебя союзник. Угу. По ГПМчику. Сандрейса 325, а у Клангса 500. Это все ФБ. Хотя по крипам 20 крипов. Да, ну да. ФБ сильно. Но это третья минута только. Запушил линию. Магмус на пуле уже сидит. Потому что на топе ему делать нечего. Хотя не знаю, что ему делать нечего. Он, наверное, первый раз просто подставился, а так-то ему есть что делать. Не такая уж прямо убивающая линия Мойра. Кланкс. Ну да, второй на втором уровне взять вкачать и Харкон. На миде отличный хук в Мидаса, есть гирька, есть стаката, танцпол. Но они его не заберут. Ой, какой-то просто... Раскался ты Мидаса, надо как-то стакаты все же контролировать. Он на тебя разворачивается, ты его бьешь со стакатами и все. Этот вот на боте рефрешку находит, Солстис на него разбег, наверное, даст. Может умереть, да, и Сандрис. Не, не умрет. Не, почему? Хотя... Будет чизить, да, 5? 6 секунд. Но если не попадет... О, попал. Так. Да, выживай. Ой, на миде тем временем Мидаса забрали вдвоем с призонером. А, ДД призонер. Вот что тут зарешало. Отпивает опять он ботл, и, возможно, Алуна тоже будет умирать. Да, не подошла она на этого крипа добить. Ну, не знаю, кто в лейсе, Санда или Кланкс. Санда все же посильнее будет. Хотя у Кланкса, типа, линка, скорее всего, будет. Ну да, ну фактор линки, наверное, то, что Сандрейс не сможет к нему сразу начать. Наверное, он решит. Да, все же Кланкс, наверное, посильнее будет. Не, если так, просто то Санда сильнее Кланкса. А если брать еще, типа, в учет то, что там... Нет, типа, милишник-то априори сильнее рейнджевика, по... если вплотную драться. Если ты так рассматриваешь. Ну, так-то я не рассматриваю, потому ну... что... Кланкс перепинает Санду в упор. Ну нет. Под ультой. Ну если брать два героя с фулл слотами с обеих сторон. Ну я думал, Кланкс перепинает Санду. Ну нет. Там типа будет какой-то башер, скади, БКБ. И Magic Damage весь Кланкса в никуда. Ой. Ой, Барян. А как так-то? На пятом. Оставил Магмуса. Причем это точно было. Ну да. Это точно было не быстро ТП, потому что голда-то осталась. Ошибся. И потерялась, и осталась. ПТ-шка на призонере появляется. Ну, призонер сейчас шестой будет. Ой, как-то Мойра с иллюзией напортачил. И Дедвуда видели в инвизе, как заходил. Да, да. Могут, кстати, на этом сейчас сыграть, потому что у Алуны есть контрвард. Но они сикают очень сильно. Ну потому что их четверо в меня. Может поставить. Вот и четверо кэтсов подходит. У Солстиса шестого, правда, нет еще. О, еще один поставил контрвард. Ну, как-то близко к другому. Да, да, да. Зачем ставить на пол рейнджи? Ну, хотя там заканчивался. Ну, такое. Да, тут хорошо вовремя ушел оттуда. Бордец еще гинг поставил. О, отличный хук по Мидасу, есть гиря. Ну, это
отлично забирает, прилетает Сандрейс, есть замедление под Эдвуда. Ничем ему помочь не смогут, отличный подкоп от Магнуса. Можно было бы и Призонер продолжить. Хотя у него ульта есть. Разгон Солстиса. Ой, отличный хук перед смертью дал. Ну, вообще, пацан на топе, вот который Керри зовется, да? Сейчас бы ТП-шку иметь. Да, да, да. Сейчас ой, хорошо зажил. Полено выкорчевывать, когда ты заряжаешься. И тоже норм. Так он бы не успел, он же сразу ТП с фонтана. Где ты там полено хочешь? Ну, только если через прямой путь, через фонтан вот назад оббежать, понял? Насквозь. Но это уже трайхард, ты что? Нельзя так, да? Ну, так запрещено, как бы у нас. Понятно. Чё себе придумал? Не, ну, Кланкс 450, у Призонера 370. А у Медаса? Не, ну, у Медаса хорошо, они его на самом деле просадили. Очень хорошо, я бы сказал, 130, ГПМ 140. Ну, типа, ты же сам знаешь, что ГПМ для Медаса это вообще... Нет, имеет значение. Да, ну, но в начале... Он его сейчас наберет. Ему экспа нужно, понимаешь? Он. У него есть сейчас прогресс. Не доберет до достаточно итемов. Ему уже после 15-й, 20-й нужны итемы. А прокаста одного типа там не будет сильно хватать. Плюс он левела зависящий, типа. Он пока что 6-й. Ну, левел-то есть. А у Призонера 7-й, Рапса 6-й. Это как бы провал. Вот он даже к экспе не подходит. На боте будут в Дедвуду, скорее всего, сейчас езжать. Почувствовал. Сказал траст мне и ушел. И ушел, чтобы в него въехали вот здесь на руль. Да нет, тут уже не успеет, не лезет. Ушел на мид. Ну как бы Медаст об этом должен уже знать. Ну да. Попытка хука на миде. Ну, было близко. Ох, сейчас бы ТП-шку на Кланксе купить. Угу. Ну нет, это будут молнии, потом я знаю, это будет, короче, Энерджайзер. Энерджайзер, да, да. Я тоже это знаю. Откуда? Ну, я, короче, читал твое сообщение сегодняшнее. А о чем? Ну, ты там расписывал весь план сегодняшней игры Кэтс против Мека второй части. За спидмана, да? Нет, ты за каждого расписал, просто я прочитал, только успел за спидмана. Ты что, уже не помнишь? А чё бы не стакнуть лишний раз море, нужно зафармить пул было. Стакнуть? Что сделать, Саш? Стакнуть, да. Это что? Ой, это... Я уже думал, сейчас Медаса на миде хукнули. А там хукнули. Прям очень... Ой, подошел, прям отличный ульта. Ну и будут забирать Медаса, и никто ему не поможет. Да они сейчас, наверное, они не осталось куда-то поделки. Блин, ну Дэдвуда низко очень уровень, да? Как бы он вроде стал. Пять близко хук. На боте санда прогревала Дэдвуда первым скиллом. Да, да. Солнце не фартануло, что-то у него не пошло уже. 200 кпм при этом. Ну и нигде не помог. Ну и так-то Призонер пока что и хорошо идет. Вместе с Рапсодией. Левела есть. Кланкс что-то взял молнию, но ГПМ вот реально не увеличился. При том, что он подфармил уже вроде нормально. Да, тут командно бы играть. То ГПМ был бы больше. Ну вот, короче, не прав ты. И ботинок игры флокит. Не, Энерджайзер на Кланксе летит. Да не, он просто по ХП просил, сейчас все равно он, будет Энерджайзер. Он сустейнер сейчас вначале купит. Да как так-то? Я смотрю на топ, уже 4 крипа просто так отдал. И по Магмусу на топе влет, Харконы, Моносандер. Зачем Рапсади жмет стакату, когда... Сан Харконы, да? Да. А почему бы нет? Сейчас досты вовремя подъехали. Класс. Вообще,
Я бы уже направо летел на Магмуса тогда в Йоло. Ну, типа попытаться его ударить, убить. Ну, сейчас Тауэр сейчас на топе упадет. За вышку задавить, сдох. Сейчас бы нажать стакату во время стана, стан на стан дать, а потом досты через 5 секунд заюзать. Угу. Я думаю, это поважнее, чем дайв. А досты на ком были? На рапсе? На рапсе. В тот момент надо один заряд. Море прилетит, класс. А, Мойра все равно через иллюзию бы не заюзала. А, ну это да, но тем не менее станы классно дают. Видно, что не шведская школа. ГПМ поднялся сразу. На сотку, считай. Сколько у нас со спидмана? 460 голды. Слушай, ну а чё Сандата купил? А Сандата не в Energizer, Сандата в нет, вообще. Мог. Ну, в принципе, да, чё, фрифарм так-то. Ну, Мека как-то явно так хочет отжать одно свое очко. Не. Больше похоже на то, что Мека хочет закинуть очень сильно. Ну вот. Потому что пацаны в миде стараются. Ну, опять же, пацан один из мида что-то на топе закинул. Ну, так-то пацан, который на топе стоит всю игру, он тоже не сильно, чтоб старался выиграть. Ты про флешман? Да. На миде въехали в... Ой, это... а как А, я тебе сейчас объясню и всем. Смотри. Давай. Интересно очень. На боте Deadwood вместе с этой Мойрой оббегали с Андрейса. Он от испугу нажал ульту и нажал на первого в мид, чтобы свапнуться и уйти от этого ганга. А там оказался призонер под Тауэром, который его убивает. Логично? А он не видел, на кого жал? Просто на миникарту быстро кликнул и думал, сейчас убежит под первым. Прикольно. А тут-то как бы опытный у нас полснул. Не простил, да? Сразу нажал R, второй и все. И все. Не ошибся с прокастом. В лесу тем временем нашли спидмана и наказали его. Призонер влетает на топ. Есть Алунка, мисс Хуком. Стаката. Есть отличный ульт от Рапсодии. Забирают Алунку, но и Рапсодию должны забирать. Потратила она еще красную хилку. Мойра поздно закрутила. Подходит здесь Магмус. Есть Харконы по Солстису. На топе Магмус подцепил Призонера. Тем временем... дальше Солстис с портал кейм его. И это минус Призонер. Класс. Блять. Сейчас бы за Кланкса ничего не делать, еще и умирать. А, на миде... А, это иллюзия, я уже думал там. Туса. А вот на боте в Дедвода точно въехали. Нужно ему кидать вот те мув. Но не очень. Надо было ему третьим еще дальше пройти. Чтобы Алуна станом не достала. На топе тем временем Магмус забирает соло Рапсодию с ультой. Днем раскастовался. А, не, Рапсодию куда-то стакат раздала. И за это его как бы Магмус наказал. Возможно, в Магмуса и дала. Магмус не растерялся, подкопал и разультился. Наверное, так и было. Как бы нормально. Ну, я бы на месте вот Федя расстроился. Типа старался тащить, а... команда не хочет играть. На боте Призонер въезжает по Сандрейсу, с Портал Кея приходит. Есть хук, ульта, но в соло он его не заберет. Остается один удар, хотя... ошибка Сандрейса, он просто с разворота умирает, хотел помочь своим тиммейтам. Приходит Дедвуд, отличная ульта. Боталом он отпивается Призонера, еще и выживает. Отличный дабл хук, это трипл килл для Призонера. Хук по корням был очень больно. Мидас тем временем с хастой сзади оббегает. Хочет он дайвить, есть у него все скиллы. Находит он Клакса, сразу на пол хп проседает. Магмус подцепил Дедвуда, цепляет сразу мидас его. Убивают они Дедвуда.
Ну и должны Магнуса забрать. Ну, как говорится, на Рапсодии, как ты даешь первый, второй скилл, как ты их качаешь, неважно. Если ты один раз ультанул, так что это все зарешало, тогда ты царь. Да ну. Да? Тогда я вообще всегда царь. Да? Ты думал? Так никто не смотрит на раскачку Рапсодии, никто не смотрит. Все важно, как ты ультанул. Если ты ультанул как царь, то все, ты хорош в игре. Понятно. Так и есть это на самом деле. На миде Солсис влетает в Мойру. Отличная ульта. Она сдохла. Нет. А, Магмус здесь уже подошел с ПК. Но тем временем Рапсодия сзади обходит Сандрейс. Есть ульта по... Рапсодия бессмертная, походу, делал. По никому. Хук. Хук от Призонера. Аж... Видят, на топе Алуну стоит, как бы кэтсы не сильно хотят драться. Почему Призонер сразу не хукал? Да не, он вроде хукнул, когда было окно. Сзади же Дедвуд еще. Дедвуд врывается по Мидасу, который влетел в Призонер тем временем. Ой, хорошо. Это минус 2. Ник, а ты что, вот в эти овощи еще одни, да? Тут у Мормидона есть овощи, а вот эти дедвудские овощи, они прям туда залазят, так, знаешь, побарахтаться. Как свинья в грязь и в дерьмо залезает. У меня по кайфу. Вот и коты тоже. Преимущества как такового нету. Ну да. Сейчас я больше в пикмеки верю. Ну, по крайней мере, там вот два пацана вообще игру делают. Один на зеленом, второй на... Это серый или какой-то серый, да? Говоря о зеленом, зеленка на Магмусе появилась. На топ делает Мойра ТП-шку. Видимо, хочет подцепить Алуну. Но... Фиг знает, о, мне кажется... Есть имбовые харконы. Но рановато. Надо было в середину заходить. Даже не рановато, вторые-то могли быть. Что? Не рановато даже, а просто если бы она туда пошла, то было бы... Ну, там малый шанс, что достало бы. Ну, типа, зачем торопиться, если перед тобой только что она ушла? Только если сразу нажала. То есть в любом случае успела бы, я думаю. Ну, спорный вариант, конечно же. Хороший вард стоит от Мейки во вражеском лесу от Никитона. Где там трех героев и, только что. И я вдруг заметил, что вот он вообще единственный на карте. Всех. На миде влетает Мидас в Мойру, и Алуне достается фраг. Вообще, а на топе тем временем Магмус влетел в Кланкса с ультой, но не смог его убить за счет имбового Энерджайзера. Ну и Линки. Ну да. Спикнул недолго думать, сразу же купил себе Весмонты в свое время. Спорный выбор, на самом деле. Прямо после ПК брать зеленку на... На Магмусе? Ну типа нафиг. Ну в принципе, влетел и не боишься ничего? Кланкса не боишься вообще. Ну если в тебя Кланкс будет бить, тогда твоя команда будет бить Кланкс. Ну то есть, если в тебя будут, он один выдавать. Ну то есть один герой, который тебя будет бить. Ой, видит Алуну, цепляет его вторым скиллом Призонер. Есть стаката, и за стаката будут забирать. Арконы Мойра. Ну да, там стаката какая-то в секунду одна была. Сейчас бы судорогу в пальце. Безымянный. Нажимать. Да. Безымянный? Ну да, да, да. Хотел просто мизинец сказать, потом ладно уж в пальце скажу, а то вдруг у кого какой. Нет, я на контрол нажму, мизинец. Ну да, контрол. Герой приседает. И на шифт замедляться, да. Под смоками я думаю, под грибами на шифте. Сандрейс на боте сплитит, а тем временем Мека Т2 на миде забирает у команды Кэт. Забирает ведь? Mm-hmm. Есть красный стан на Талуны, в Кланкса, трехсекундный, прокаст Мидаса на пол хп. Есть ультат Рапсодии, которая сейчас умрет просто под вторым Солстисом, тем временем еще никто не умер. Отличный влет от Призонера в Мидаса, которого сразу убивают. Солстис попытался начать в Кланкса, его сразу цепляют в корни.
Отличный стан от Алуны по троим. Есть отличный куб. Минус один. Магма с тем временем отлично залетел в обратную. Это минус Призонер, минус Мойра и минус Кланкс. Я считаю, файт выиграл чисто Алуна. Да, два таких стана шикарных. То, кстати, не так уж и много. На миде, на миде палка летит. Ох. Ну, попал по Дедуду. Молодец. Сейчас бы пора обсадить еще, да? Было. Угу. Убил бы, наверное. 350. Там было 260 хп. Ну, несмотря на то, что вроде как файт был выигран, да. Но не такое большое преимущество. И на Рапсодии пока появилось. Угу. Но дело в том, что там есть как бы фактор санды. Да, такое небольшое присутствие. Который, пожалуй, здесь на Рапсе пока ничего не делает. Ему знаешь, что надо было делать? Ему... Ему надо было собирать ПТ, нет, таблеточку и плотненько. Ветра чисто для того, если Кланкс ловит опять вот подобный стан 3 или 5 секундный. Не-не-не, надо было плотность с самого начала. Я вообще на саппортах люблю ПТ-шку, Вестмант и морковку, а потом уже ты выбираешь или таблетка, или зеленка. То есть такой проверенный билд. И ты как бы в замесе боеспособен, у тебя 1100 хп будет как минимум. Ой, ух, шутик, какая-то постоянная пауза. Сейчас бы снять паузу, не спросив. Да. Причем ультимейт. Рапсодия инвиз подобрала. Гуляет она по вражескому лесу. Ну и так, такое... Я что-то выстрелил Мики 4 пока уже. А, Сандара и Сультуи. Они так резко закулдаунились. Ну она это не навлет, это просто защекать Кангора. Потому что Сандай там 400 хп. Ну, кстати, смотри, они сейчас видели просаженную сунду на боте, да? И знают то, что ульта. Как бы обвесли. Ну вот, я надеюсь, это Кангора, а не случайный залет спидмена. Ты пока поговори здесь. Спасибо, я пока поговорю здесь. Мека забирает Кангора. Коты, кстати, об этом не знают. А вот теперь узнали, палка красная была. Надо торопиться. Или отдают. В принципе, довольно-таки быстро забирают. Трое котов в топе даже не чешутся. В миде Сэнду на варде там видят. Ну да, и в миде фарм соус. Отдают Кангора они. Это может подрешать. Только Мики сейчас надо после этого отрегениться, потому что они слегка просажены. На Сэндрейсе геометр. На Дедвиде приближается бульварка. Что у нас еще из итемов на Алуне? Кстати, на что-то она 1000 потратила. У нее было 1000, я помню. Чалис? Не, по-моему, Чалис уже был на тот момент. Ну тогда боеприпас, и вот осталось 4. Да не, дофига. Сандрейс опять по кулдауну он дует. Ну, так-то сейчас момент, чтобы пойти подраться. Нет. Ну, Мека может по топу пойти Т2 ломать. Окно 80 секунд. Ну, уже в 70, правда. Сандрейс на самом деле не такой плотный еще. Ну, геометр он собрал против Призонера. Но если в него Дэдвуд сразу улетит, то, скорее всего, это ему не спасет. Your magic will be mine. На миде тем временем влетел в Кланкс в Солстиса вместе с Харконами Мойра. Есть стаката дальше от Рапсодии. И убивают Солстиса. Нет ульты у Сандрейса 40 секунд еще. Но у Солстиса есть байбек. Будут, наверное. Тем временем Призонер подцепил Сандрейса, у которого нет ульты. Сразу ульта от Дедвуда и минус Сандрейс. Надо как-то, я не знаю, отрегениться Призонер. Сторонними припасами. Ну вот как бы и цена геометра в пуше на бот вышел. Ага. Да не, мне кажется, там больше цена от того, что дадут как бы в лицо тебе дал щелбан. Не, его вначале Призонер зацепил и долго держал. Неплохо, Рапса поставил ворд и сделал автоатаку поэтому. По хижине. Типа ты че тут стоишь? На топе Бориса забирает Т2 у команды Мека. Кстати, и на боте Алуна забирает. Нету байбека, мне кажется. Мидас залетел, раскастовал просто Дедвуда. Ну, если не сторона, то... Магму залетает с ульты. С
Сандрейс ультует. Есть продолжение по Рапсодии. Отличный дабл стан от Магнуса. Сразу ульта от Мойры. Остается всего 3 игрока от команды Мека, и 2 из них просажены. Есть Дасте. Ульта Солстиса ни по кому не попадает. Убивают Мойру. И Клангса тоже должны забирать. Есть стан от Алуны. Не будет полета сейчас. Закинуто. А у Сандрейса, кстати, появился байбек за счет забранного товара на топе. Крипами. И на боте там тоже Алуна забрал. Ну вот и все. Имба. Неплохо сыграно. Ну и Т2 будут кэдсы на миде забирать команды Мейки. И на топе еще лайн пушится. Нет. Пидер, ой. Прошу прощения. Реакция. Вот как бы с таким тиммейтом я играю. Реакция. Ну это инстинкты. Просто годами, понимаешь. Я, когда на работе говорят нет, я так же отвечаю. Зашло. Ладно, все, то сейчас порвет и там чат порвет. Что-то какой-то грибной заход, но дело в том, что сейчас смотри, кто зайдет без гриба-то. Без гриба зайдет призонер. Есть. Мойра залетела, есть. Да, от призонера, продолжение, и это минус Сандрейс. А, ну, кстати, сейчас. Ну, блин, у нее опять есть байбек, но можно второй, кстати, выбить из нее. Ну да, то есть лайн вряд ли они снесут мейки. Не, ну почему по миду пойдут, если снесут? Ну, если она не байбек. Нет, если... Сандрейс байбекнется, и они примерно, ну, как бы, заберут двоих у Мейки. То есть это, скорее всего, Рапсодию и даже какого-нибудь Дэдвуда. То есть против троих они вряд ли смогут зайти на ХГ и снести лейн КЦ, а это минус 2 байбека у Керри будет мейн. То есть ворфит. Но в любом случае разводить нужно идти на байбек. Ну, что-то Мек не торопится, они решили сейфу пойти и забрать. Типа, они видят байбек Санды и сразу ПК его и дают, а у них 3 ПКшки. 4. То есть 4 героя сразу спасаются, считай. А на Клангса ульта не работает. А на Клангса ульта не работает, все. Прочитано? Да. На боте пошел Т1, забрали его. Ну а так-то преимущество 10 тысяч за командой Кэтс. 9. Ну типа того, да. А Санда выходит... выходит... В Харкон. Ну да, скорее всего это Харкон. На миде Мойра создает иллюзию, есть Харконы. А Харкон работает на иллюзию? Да. Ну, ты тоже сомневаешься, да? Нет, я уверен. Ой, Мойра ультанула, а Магмус подкопался. Магмус это шипстик, на секундочку. Вот и плеер. Шипстик. 30-я минута, так 380 почти, да? С харды. 9, 2, 3. Он на фрагах очень много, на миде когда двоих забрал. С ульты постоянно рассказ. Ну, когда Мека заходила, да, профессионал раскастовывается. На топе сейчас, возможно, могут встретиться. На топе сейчас, возможно, могут забрать. Ну, если тут будет файт, то тут бы Мека выиграл, я думаю. О, Мойра сразу создает иллюзию. Есть ульта от Санды. Санда пока что никуда не залетает. Кстати, посмотри, какой вижен у Мики на карте. Ну, на базе у кэдсов. Элитный. Простаивает, смотрит на хижины. И на боте тоже вот Т2-1 стоит. Какая слаженность была, да? Вот от Марина и от Никитона одновременно поставили по варду. Они взяли и простояли просто. Ну и сейчас еще не очень такое. Я думаю, полезно будет вард на топе, поставил Марина. То есть сейчас все действия сдвинутся в сторону мид, бот и конгор, потому что это конгор будет скоро. И вот этот вард на топе 6 минут, с учетом того, что у них в магазине, я уверен, следующий появится не раньше, чем через 2 минуты. Ошибка.
Мойра заходит. А, это иллюзия. Или нет? Нет, у нас третьего скилла ушла. В дежавю свапнулась. Продолжение Акланкса. Зацепил он его с удара. Есть бомбочка и убивают. Бэнк. Мойра попыталась зацепить дальше Магмуса, но у нее бы это не получилось. О, призухи-то тоже линка. На секунду. Уже купил, да, летит. Ну, я. Ну, по-моему, ну, я думаю, райт-кликом взял, смысл по-другому ее брать. Не, ну, это да. GPM. Планкс опять обогнал по GPM. Так-то тогда это сейчас рефрешер купится. А, ну, кстати, на секундочку-то, а может это был рефрешер? Да не, ну смысл. Но есть такая мета, типа рефрешер и став. Я видел, да, да, да. И 4 Doombringer. Не-не-нет, не без этого, просто в нормальном, в нормальной игре. Это я тоже видел, но. Типа, наверное. Ну, меня с этим три раза пенетрили. С рефрешера, наверное, стоит начинать. Да. Ой, с рефрешера, со става. С какого рефрешера? Нафига рефрешера начинать? Я не знаю. А кто с чего начинает? Ну, наверное, со стафа, да, логичнее было. Став статов дает и как бы, ну... Ну, как бы, крутой. А ведь круто быть круто. Повезло тебе. Так, я вообще лайкобас. Как бегут-то, а? Сейчас бы левее Мойра, если бы чуть раньше там прыгнула, она бы забила ТП-шку еще и Санде. Да, и закрутила бы, и это минус Санде. Не дыши. Ну, в микрофон. Извини. Так мне-то чё, я как не переживу, знаешь, а вот косарь пацанов на стриме был, ты не выйдешь. Косарь? Да. 930. Ну, чё, ну вот, я пришел просто как бы и все, народ набежал. Уже опять коты, это I2P вообще-то переименовались. Чё-то какой весел. Мойра, кстати, гем купила. Да, тут на шипстик скорее всего выходит на Кланксе Фростберн. Не знаю, оправдан ли выбор. По мне так неплохо на самом деле. И на Санде это будет рефрешер. А чё, он купил сустейнер? Угу. Четырок. Интересно, возьмёт сейчас рефрешер? Возьмёт сейчас рефрешер, проиграет игру, возможно. Купил. Потому что байбэка-то нет, и сейчас... А, мека за штанок Кангора. Да почему, я не понимаю, Кланкс торгует лицом на этом дерьме? Есть Дэдвуд, есть Призонер, на Призонер что-то бегал один. А он гемом чекал. Линку сбивают раз. ТП-шится. Еще будет. На боте забирают тем временем Призонера. Убирают Дэдвуда. Я тоже было две ульты. Отличный пауэс ролл, остается 20 хп у... И у Луны, и у Мидаса. Ой, у Мойры. На Мойру взяли чардж и есть ПК. Но будет умирать Мойра. Нет? Нет, он не таргетно. Ну, возможно, вижена не было. Походу дела для... Микки это было вообще неожиданно. Я не помню, я не видел, где точнее сдох Призонер. Он на боте загулял прям вот на руне, прям где ДД. Его там закрыли троем с Мидасом. Тогда это не мудрено. Рубца подставилась, ее сразу подкопали, шипстик прокаст, умерла. Заходит Кланк в замес, есть станы от Мойры. Кланкс нормально так ты. Минус Санда. Минус Солсис. Да Кланкс в соло зады. Магмус раскастовывает ульту. Мойра непонятно чего вышла, Харконы пока не дала. Панч от Дедвуда умирает. Солстис. Ему неплохой лежит.
А как думаешь, Санда что-то купила или... Сейчас Магмус гем заберет. Ну пожалуйста. Да что ж вы такие попы и рукожопы. Сейчас бы Мики пойти на Т2 какой-нибудь. Или на Кангора забрать 40 секунд, Санды нету. Там трех героев нет 30 секунд. Они не заберут без Кланкса? Наверное, нет. А Лунка на топе, посмотри, какая наглая. В дежавю свапнулась. И умри за это. Шах и мат. Ну, кстати, мне кажется, зря, наверное, признание роли тут потратил. 90 секунд, сейчас может что-нибудь произойти. Что же интересно. Пойдут Кангора греть, нет? Без Кланкса, блядь. Так Кланкс уже встает. Хотя он как бегут уже туда. Красная палка от Алуны, байбек. Санда почти всю ману тратит на то, чтобы две ульты сделать. Кланксу какой-то итем нужен, наверное. Он сильно раздамаживает, но ему бы еще вот неплохо, наверное, сейчас. Че, бабочка, не бабочка? Нет, ему уплотниться надо, уплотниться, чтобы его АОЕшками не раздамаживало. И да, фрос... у него на АОЕшке шиха есть. Ну, типа... Шиха катится. Слишком много дебафет, ему дэмэдж нужен уже с руки. Он тогда зашел на миде в замес, ему дэмэджа было на соточку хотя бы больше. Он бы быстрее убил. Уже Санду сразу и сразу же разбил бы Солстиса. Там бы его команда уже не помогла ничем. Чекают на ботик это Vision. Стоп, и чё, они не видят этот синий вард или забили? Они увидели, они его просто забили, да. Ну, а призонер себе купил инсанитариус. Зачем? Ну, надо... Ну, короче, бабки есть, да, а чё собрать, как бы, не знаешь, потому что как бульварка собирается на Дэдвуде. По гайду просто идешь. Не знаю, я по гайду шипсик, наверное, собрал. Света ноль на виде призонера, видит его. Ну и возможно файт на Кангаре будет фатальный. Отошел на топ. Ну, проблема в том, что Сандрейс может фармить, бегать. А у Микки Кланкса нет. Ой. Еще на крипах зачем показался? Ой, сразу влет по Солстису. Есть ульта, Магмус сразу с ульты залетает по Рапсодии в зеленке. Сразу ульта от Мойры, продолжение. Тем временем у нас забили призонера на боте. В плане чуть ниже. Отличный дабл стан, и Кланк туда же отправится, скорее всего. Прожал он шранку, пытается раздамаживать, но дэмэджа у него не хватит. Не, ну это как-то, я не знаю, чуть непонятно, файт был смешанный. Им нужно начинать в Санду, да? Другого нету, потому Санду что... Санду они не могут начать. Почему они не могут начать Санду? Только если Дэдвуд начнет. Пусть начинает, в чем проблема? Ну... А, они ее не видят. Я же говорю, она бегает по карте фарме. Она с ульты придет в замес. Типа ей не нужно здесь находиться. Ну им что, нужно начинать только того героя, который здесь? Кланкс байбек. Дэдвуд байбек.
Они бы сторону потеряли. И может конгоры захотят? Не, ну как все равно дамажит вроде, но просто дело в том, что у него остается. Он один остается, а вся команда дохнет. Призонер вроде прыгает, но он там и остается. Став на санде. Ну это вообще GG. И за конгоры приступили. Через 15 секунд, я думаю, меха закончит эту игру. Коты закончат эту игру. Точнее так. Через 15 секунд? Ну, через секунд 30. В общем, произойдет изничтожение. Ну да. Началось. Рапсоди сразу дает ульту, Сандрейс прилетает с состава, сразу дает фир, продолжение по Клангсу, сразу же потратил сюда и рефрешер на Клангса. Клангс выживает до сих пор, раздамаживает Сандрейса, на самом деле очень сильно, он тут залетает Мидас, почти попадает прокастом, а сзади призонера троем разобрали. И остается опять же один Клангс, который выжил на 200 хп. Чё-то Санда очень сильно. Ну, типа, ты ничего не сделаешь против Хейла. Да. Получается, окей. Бань. Отличные командные ветра, сразу Хекс идет. Могли бы сначала хексануть, а потом ветра пойдет. Было бы нормально. Шранкин, ну и за счет Шранкина выживает. Че, банди будем сидеть? Да, конечно. Подцепила Мойра на миде Санду, но у нее до сих пор есть токен. Красный стан Талуна. Спокойно отошли. Но это, короче, до конца гейминга, так предполагаю. Ну, скорее всего, один лейн, типа не всем. Сейчас бы шранку еще раз нажать на призонере. На крипах-то? Нет, перед крипами, он их хукал уже в шранке. С чем он путает? С Portal Game или с чем? Может быть, с хуком просто. Харпун на Клангсе. Может, он хочет иллюзии раздамаживать быстро? Ну, Кэтсу с токеном собираются закончить на топе. Всем того, что мид очень сильно пушит. Ну, в Санду нельзя удержать. Отличный хук по Магмусу. Но не среагировал сразу с гиркой. Сандрей залетает тем временем назад в Рапсодию, забирает за первую фир Рапсодию. Есть еще вторая ульта, нажимает вторую ульту, залетает фир по троим. Сразу раскаст от Мидаса, минус 2, залетает Магнус СД. Это окончательно минус 3, и остается один Кланкс, байбек от Дедвуда.
Прилетает сюда Дед, выдает корни по троим. Корни не раздамажишь? Убивает Мидаса на развороте Кланкс, но сам умирает. Продолжение по Деду за шипстиком. Но он, скорее всего, выживет. Минус топлайн. Уже сказать нечего. 33 тысячи по голде, 35 по XP. Ну да. Кек. Нормально? Не знаю. Такое объяснение. Сандрейз вылетает Йола, залетает в Мойру, минус Мойра. На Магмусе Ронд Кливер. Ну, нормально. Фарм пошел. Только сейчас. Ничего, сейчас как луку молодые коды 800 GPM. Нет, ну так тоже, если к этой теме говорить, то как бы Кланкс перебивает Сандрейс один на один. Очень сильно. Ну, да, да. Поэтому. Ну, а типа, а что остальной команде делать против Кланкс? Терпеть. И тому правильно выбирать. FF надо троллит. От Кланкс этого камеру убрать, вертолетик этот, пропеллер. Ого. Ог. Ой. Я спать хочу. Нельзя. Блин, я чаем облился. Tired of torturing the prisoners down in the На миде Кланкс подцепил Кланкс, ой, Мидас подцепил Кланкса, есть шипсик, продолжение, залетает Сандрейс, но залетает он в Рапсодию. Сразу рефрешер, вторая ульта, залетает он под фонтан, со скади и это, геноцид и 2-0, в пользу команды Кэтс. Будем ждать следующей игры, оставайтесь с нами. Четвертый сезон «Хонтур» представляет.
«Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на Тур Хон Гарена.ру.